Система многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вместо естественной, необходимой эволюции, ломается, причем достаточно грубо. Правилом становится нарушение правил. Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями, санкциями. Термины разные, но суть одна. Они стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран. И некоторые государства просто вынуждены к этому приспосабливаться, реагировать, применять зеркальные меры.